Мы приехали в студенческий сквер. Здесь много боевых орудий. Это гаубица. Это дивизионная пушка. И эту, и ту делают на Уралмаше в Екатеринбурге. А это зенитная пушка, вот эта автоматическая. А такую пушку делают на заводе в Мотовилихе. Такую гаубицу тоже делают на заводе в Мотовилихе. И такую гаубицу тоже делают на Уралмаше. Получается, все вот эти три делают на Уралмаше. И еще здесь в сквере есть вот такой вот памятник. Тут на стене есть план Студгородка. И вот такое вот прикольное кресло из книжек. Еще здесь есть такой прикольный арт-объект, посвященный студенческим отрядам. А еще здесь есть капсула времени. На входе в ЖГТУ висит мемориальная табличка одному из основателей ЖГТУ. Мы перешли на другую сторону. Это ДК «Интеграл». И здесь есть памятник героям Трудового фронта. Рядом тут такие вот пирамидки, на них архивные фоточки. С той стороны тоже есть. И вот тут вот есть памятник Михаилу Тимофеевичу Калашникову.